есть духовная атмосфера, и она забита разными радиоволнами, другими волнами, да? И вот смотрите, если, вот как вот сегодня говорим, соцсети, типа, что делается в соцсетях, да? Какой беспредел и так далее. Ну, там так же и много хорошего, дорогие. Аминь. Аллилуйя. Я помню, когда было время, еще только-только Facebook там у нас появился, вот Twitter пошел. Я помню, и тогда мы, собор у нас был в Москве, и там один журналист христианский, ну, достаточно известный, он говорит, а поднимите руки, говорит, кто, говорит, участвует в каких-то вот этих социальных группах. И вы знаете, там, ну, единицы подняли. Он говорит, а почему так? Мир, говорит, уже полностью взял. Вот это вот, вот мимо ехали, сейчас поляну взял. Я имею в виду, мимо поляны, вот, торговый центр. Вы уже не помните, палата. Что? Палата? Нет, поляна написано. Палата. Палата, да? А, палата, я понял теперь. А то думаю, что за поляна, да? Ну, вот так. Поэтому, дорогие, и здесь получается, что если мы говорить не будем, значит, другие голоса говорить будут, понимаете? И если мы не будем говорить, то нас забьют, понимаете? Нам надо, чтобы у людей была альтернатива. Как я помню, родственница одна моя, ты, говорит, отстань от своих детей, там, не води их в церковь, пускай они сами себе выбор сделают. Я на нее смотрю, думаю, не понял, а какой они могут выбор сделать, когда в школах, в детских садах, там, где они гуляют, я их не учу материться, они уже матерятся, к примеру, понимаете, там плохие слова говорят, или там дерутся и так далее. Мир уже им все делает, а я их еще и в церковь водить не буду, о Боге ничего говорить не буду. И то есть, понимаете, когда они вырастут, да, у них будет выбор, но зато я им выбор предоставлю. Мир меня не спрашивая дает, и я параллельно говорю, что есть Бог. И им придется выбирать. А когда мы ничего не говорим, а с чего они выбирать-то будут? И точно так же, когда мы говорим о социальных сетях, мы вообще должны забить социальные сети нашими свидетельствами, аллилуйя, нашими проповедями, нашей жизнью, аминь. Это не значит, что ты зашел в соцсети, и все, и там потерялся. А потом, знаете, я, говорит, беру пост от соцсетей. В смысле пост от соцсетей? А если у тебя есть определенный, как бы сказать, ты что, пост от людей взял, которые, к примеру, тебя слушают, или ты, который, к примеру, слушаешь, что-то принимаешь. И здесь получается, что да, конечно, если ты там сидишь, как в телевизоре, тогда, конечно, это беда, это грех, это пост. Я беру пост от служения. Аминь. Я два пророчества только получал о том, что это. Ты будешь проповедовать через социальные сети. Что их развивать надо, что двигаться в их надо, для того, чтобы мы могли, мы тут сколько здесь пробивали, что когда же здесь-то будут проповеди вещаться, Лео? Сколько мы можем это, а когда мы сами начнем проповедовать, аминь, когда мы других слушаем, вот кажется, как будто вот там где-то на стороне они лучше нас проповедуют и лучше нас учат, а мы здесь как бы люди второго или третьего сорта, аллилуйя, мы люди высокой пробы, аминь, слава Богу. Цари и священники, дети Божьи. У нас такой детский сад, который закрывает рот дьяволу во имя Иисуса Христа. Как бы дал, аллилуйя, аминь. Я уже одну кафедру сломал там. Стекло разбил. Аминь. Это значит новый уровень провозгласил. Аллилуйя. Драгоценное. Послание у меня такое. Проекты, опережающие время. Недавно у нас была конференция на дне рождения церкви в Подольске, и приезжал епископ Сергей Кубасов, и он сказал такие моменты, я потом этим, ну, как бы вот такое слово, и я поделюсь, как это меня коснулось. Но дело в том, что, драгоценные, мы с вами вот в стороне нашей церкви 24 года. Мы должны ревностно относиться ко всему этому, так же, как бы, мы же помним свой день рождения, смотрю, мы как бы заботимся, вот у нас на день рождения вызвали, поздравили, а церковь, у церкви тоже есть день рождения, и я скажу, эта церковь же, она не просто родилась, она, как вот, я вот мамочек спрошу, как вам рожалось, вот как детки ваши появлялись, наверное, больно было, наверное, кровь была, да? Это как о семье учат благословенная семейная пара Юлия и Олег Поповы.
И говорит, когда мы, говорит, родили первого ребенка, это вообще такой случай был, и тогда только-только начинали разрешать мужьям участвовать в родах. И, значит, и, говорит, меня, говорит, одели, говорит, раздевайся, одевай там это, халат, и, говорит, все, говорит, полностью снимай. А он говорит, а зачем все это снимать? Он говорит, снимай, все. Он говорит, так не я рожаю, говорит, жена рожает. Так не смеете, значит, не въезжаете, хорошо, ладно, дальше пойдем. И, значит, и когда, говорит, ребенок только родился, говорит, такое, и я жену успокаиваю, говорю, дорогая, возлюбленная, ну что, немного отдохнешь, и второго ребеночки, она вот так вот, а потом был второй, третий, четвертый, аллилуйя. Поэтому, как бы это проходит, когда приходит определенная победа. Поэтому, дорогие, поэтому я к чему говорю? О том, что ну, мы должны ценить, аллилуйя, и смотреть на то, что было до нас, как это все происходило, как мы в этом двигались. И вот я, знаете, вот просто, когда вот эта тема попала, думаю, прямо в молитве молился, как раз в сочельник, и не спалось, и просто вспомнил, вот 6-го на 7-е, вспомнил, когда меня благословляли, и, Господи, это моя ночь, 24 года, когда Господь меня просто, ну реально благословил. Это, знаете, когда ты получаешь что-то от Бога, и вот когда, казалось бы, не происходит, и раз произошло. Я помню, выхожу вот в эту, ну, вот этот поздний вечер, потом вот поезд был ночью, и вот 6-го на 7-е, и говорю, Господи, и у меня слезы текут, и это же, знаете, что такое вера? Это тогда, когда ты получил, это исполнилось. И когда ты исполнился один раз, ты еще не поверил. А когда ты получил второй раз и исполнилось, ты еще тоже не поверил. Ну хотя бы раза три. И ты начинаешь, потому что что такое вера? Вера — это же не только прорываться, вера — это доверие Богу, что исполнится всякое слово, которое он сказал. И я вышел и плачу, говорю, Господи, неужели исполнится? Потому что мы, знаете, привыкаем вот просто верить. Ты как? Я, говорит, верующий человек. В смысле верующий? Ну, в смысле верю, но не получаю. Но зато верю. А нашу веру же можно потрогать. Ее нужно потрогать. Это же такое благословение, когда ты получаешь... И когда это исполняешь, потому что мы же не просто так молимся, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да? И будет как на небе, так и на земле. Это значит что? Мы проводники. Это Господь делает через нас. Аминь. И 24 года я вот в этой теме, я вот сижу, молюсь, хожу, молюсь, лежу, молюсь, по улице иду, молюсь. Вот здесь... как бы сказать, это так хорошо прямо, до слез тоже было. И вы знаете, я записал 24 года. Вы знаете, что у нас открылся первый реабилитационный центр Атачинский именно нашей церкви. Вот мы свидетельствовали это на конгрессе, вот сейчас в Москве был «Краугольный камень». И я к чему говорю? Не подумайте, что там, как бы сказать, а там... Мы что-то старое вспоминаем, там, что, о, что было раньше, а как теперь сегодня, или там хвалимся. Нет, я просто вот в этой теме проекта «Опережающее время» открылся первый реабилитационный центр. И здесь реально, вы знаете, это не просто, но да, сегодня можно говорить, о, ну тогда такое время было, реально очередь такая была. Ехали со всей страны, дорогие. Я помню, когда там у нас Женя приехал, его там с Москвы звонок, первый там с Томска приехал. И когда вот это начало вот это все происходить, и мы так, ну, сначала-то вообще как бы радовались, аллилуйя, думаем, Господи, и здесь, чтобы попасть, это как в Ачинске вот было, мы такой взяли, что ты в центр сразу и не мог заехать. Это привилегия, чтобы попасть в реабилитационный центр. Сперва карантин ты должен был пройти. И там неделя карантина была, на квартире сперва. И вот все люди, они проезжали через мой дом. И это не просто, знаете, как бы сказать, вот они приехали, я еще, я у тестя на квартире жил, благо там он у бабушки, но он внезапно мог появляться. И Бог просто парней делал невидимых. Реально. Потому что, я не знаю, там, мы бы вылетели с этой квартиры конкретно.
потом на базе реабилитационного центра, реабилитационного центра мы открываем библейскую школу. И не просто библейскую школу. Это, понимаете, мы стояли между двумя библейскими школами. Это легендарная школа Абакан. Потом мой драгоценный друг Артур Гукасян в Новосибирске, они открыли, там вообще он международная библейская школа. А потом еще пастор Сергей Непомнящий приезжает и на служение говорит, сегодня, говорит, открывать библейские школы, это, какое же он слово-то сказал? Ну, в смысле, делать нечего, вот и открывайте, как бы, ну, типа такие. Как же он сказал, только пафос или что-то такое. И я помню, мы и как раз эти начались модули в Новосибирске по домашним группам, что там по домашкам, там, ну, как бы все учат и так далее. И вдруг я говорю, Господи, ну как это все применить? И мне Господь говорит, если в этот год не откроешь библейскую школу, то ты ее вообще не откроешь. Я помню, подошел к пастору, ну, Сергею, мы вообще друзья тогда были. Я говорю, Сергей, я говорю, не знаю, что ты думаешь, говорю, а я, говорю, открываю библейскую школу. И когда мы открыли библейскую школу, к нам и с Абакана приезжали, с других мест приезжали, и мы сделали, знаете, из-за того, что очень много народу было. В реабилитационный центр, ну, время такое было, понятно. Там, если ты уколот, и очередь, вот, допустим, в Новосибирске, они на очереди стоят к нам в центр приехать, уколот и пришел, у тебя очередь это двигается, понимаете? Это сейчас, вот так. Вот сейчас всех берут, и то не берем. Так вот, и мы открыли круглогодично, то есть вот выходных не было, вот такой круг, ему, по-моему, и кто-то заходит, и мы прям бум, в предмет. У нас Томск учит, а мы Томск учили. Аллилуйя. И мы в Царицыно уехали, такие подготовленные, аллилуйя. Там наша благословенная семья Карповых, я уже не говорю о других, аллилуйя, которые сегодня, это было пророчество, как раз на библейской школе я им пророчествовал о том, что ваш уровень России, аллилуйя, и мы работали реально на России. И я говорю о проектах, опережающих время. И когда мы сидели у пастора Сергея Вачински, и наш благословенный администратор Олег, и вы понимаете, мы... Тогда эта идея пришла, открыть благотворительный фонд, потому что, знаете, здесь, когда мы вот брали в лесу реабилитационный центр, мы сотрудничали с администрациями, со всеми, и говорит, мы готовы вас благословить, потому что ребята у них были тоже не совсем в порядке. Мы, говорит, готовы вас благословить, но не можем благословить вас как церковь. Мы стали думать о том, и вот тогда пришла идея, это тоже одна из первых идей, открыть благотворительный фонд, который бы представляли реабилитационный центр. То есть сейчас как грибы разрослось. А тогда это было, ну вот понимаете, это вот только-только было. И когда ты занимаешь определенную нишу, то под эту нишу идет все. То есть, хотим ли мы пробуждение? Или будем... Это знаете, как я псалом открываю? Даже не псалом, а псалмы. И там... Но я сейчас не помню, какой там по счету псалом. И он говорит, мы слышали о тебе в Ефрафе, мы слышали о тебе там-то, мы слышали о тебе это, и там, и там. И мы... Бог там работает, и там работает, и там работает. И он говорит, я, говорит, не закрою глаза, говорит Давид. Я, говорит, не дам дремание веждам моим, пока, говорит, не успокоюсь, что Бог найдет свой покой. Не там где-то в Ефрафе, в Новосибирске, в Томске, Москве или еще, а вот здесь, в Белово, вот здесь, на этом месте. Я иногда замечаю, что я Бога переживаю именно там, где я нахожусь. Больше даже. А куда-нибудь, бывает, уезжаю и себя как будто ломаю. Бог здесь, Бог здесь. Это я, где мы, в Астрахани конференцию провели. Я говорю, многие из вас, говорю, кто в Израиле был? Ну вот, слава Богу. Видите, двое человек у нас было, трое, четверо. А там вообще даже больше людей было, и еще меньше подняли. И драгоценное. А если что, в Израиле не был, ты с Богом, ну, не встретился? Или не можешь встретиться?
А тут ты вообще в Израиле не будешь. Да тебе вообще не повезло. Следующий момент. Кроме всего прочего, мы из-за того, что тут людей валом было, я помню, что-то Олега вспомнил, с Олегом, да, вы мои, помните, землетрясение там было, да? И там что-то как закачало. По-моему, он с тобой молился. И такой, говорит, все трясется, говорит, вот это от молитвы место трясется. Ну, как бы такое, а кто его знает, понимаете? Потому что мы так, да нет, это землетрясение было. Дорогие, а землетрясение, они там написано, тоже в деяниях молились, и место поколебалось. А помнишь, Олег, когда мы в Короткого были, тоже молились, там втроем мы обычно, Олег, Стас, я и Олег Тихоненко. Выходим мы, сперва что там сделал, туалет у соседей упал, короче. Да, можно сказать, да, наверное, гнилой туалет был или что. Я не знаю, гнилой или какой, но упал. Свалило. Я тогда помню первое такое пророческое слово на церковь, еще помню, на Олега получил. Меч, вот этот жезл, поднимаешь жезл, и будет победа, прорвемся, благословение, аллилуйя. И поэтому никогда молитвы не останавливались. На базе центра утром, вечером, аллилуйя. И мы в конечном итоге, потом Стас приходит, уже когда мы, ДК у нас здесь металлургов было. Это вообще большое здание такое, ну пускай самое старое, аллилуйя. Ну такое, ну мы так там, я не знаю, мы вообще город качали конкретно, слава Господу Богу. И он приходит, а что, говорит, давай, говорит, сделаем, говорит, это... 24-часовую молитву. И мы 2 года держали 24-часовую молитву. Я бывало сюда приезжал, вот такой, и спал здесь, и просто вот, знаете, засыпаю под молитву, просыпаюсь под молитву. Все качало, аллилуйя. И, короче, нас, мы как выстрелили, и в конечном итоге оказались в Москве, открывали миссии. И потом с Сергеем Васильевичем Риховским открыли Содружество Ковчег, церкви, которые были на севере, на Кавказе, на юге, так скажем, в Сибири, в Подмосковье, аллилуйя. И вы знаете, когда Бог дает проекты, опережающие время, тогда двигается. А когда мы просто на волну садимся, то мы и будем на волне двигаться. Это, понимаете, жажда, когда, помню этот, кто приезжал, о финансах тоже, как он много на самолете раньше летал, Куплин. И он приехал в Россию, там пророчествовал Сергею Васильевичу, другим пророчествовал, он говорит, я хочу быть в самом центре, я знаю, что пробуждение начнется с России, я хочу быть в центре, я хочу не пропустить эти вещи. Когда в Пенсаколу поехал Стив Хилл, в Пенсаколу просто приехал, вот такая же грустная обстановка, у нас с самого начала. Ничего не ожидал. В то воскресенье веселее было, я помню. И это... И раз Дух Святой сошел на 5 лет. Сенаторы каются. Со всего мира едут. Очереди стоят, чтобы попасть в основной зал служения. Там, видимо, на улицу уже выводили. Понимаете? Вот это жажда, дерзновение. Господи, дай мне. Но я просто к чему эти говорю вещи? Это мне вот просто вот поднял Дух Святой. Я даже не думал. Я просто вот об этих вещах думал. Слушай, так мы реально пионерами были. Ну, не в смысле, который галстуки. Хотя я и пионером был. Мы же тоже были, наверное. Или не все успели. И все же... Бандиты были. Не успели. У нас и пионеры бандиты были. У нас даже пионеры курили. Но я даже помню время, у нас в школе только один курил. Ну, про других, наверное, не знали. А сейчас все курят. А потом Господь мне сказал оставить это содружество, поменять место. Я получил перемещение. Вы знаете, когда вот ты смотришь, вот... Это вы знаете, мы, когда, помню, молодые, мы слушаем, не буду об этом говорить. И вот, и когда вот, знаете, когда приходят определенные перемены,
мы как бы не хотим в эти перемены попадать, потому что перемены, они же бывают, мы же говорим, познать Господа в высоте, долготе, в широте, там, в длине, да, и вы знаете, есть долины смертной тени, понимаете, бывает. И когда, допустим, мы смотрим на Иисуса Христа, я вот, мне попросили одни Библию подписать, и я подписал из Евангелия от Луки, что все лежит на падение, на восстание в Израиле, в предмет пререканий, и тебе само оружие пройдет душу. И вы понимаете, думаешь, вот это благословение, мы же привыкли, прорвешься вперед, все, подожди, а как с падением? Я не в смысле про грехи говорю. А в смысле, когда ты проходишь долину смертной тени, а когда тебе оружие душу пробивает, когда ты кого-то теряешь, особенно близких теряешь, когда сам получаешь. И понимаете, мы как бы, знаете, бывает такое, такие мотивирующие проповеди, такие, которые всех устраивают и так далее. А потом люди приходят домой, и когда их, как говорится, жизнь долбит, как там, ключом, да, да еще и по голове, да, и думаешь, что-то какая-то несостыковка. А оно все состыковка. Смерть, погребение, воскресение. Аллилуйя. Мы хотим всегда быть в воскресении. Но мы не хотим быть в смерти, мы не хотим быть в погребении. Но мы никогда не увидим воскресение без смерти. И когда Бог, для чего все это делает? Бог это начинает делать для того, чтобы взрослеть. Я даже вот у нас в чате и в новом пути смотрю, оно везде, эта картинка. Там парень вышел и говорит, самое там лучшее поздравление на Новый год. И говорит о том, что все там хорошего желают, пусть старое забудется и так далее. А говорит, это же вас делает сильными, это делает вас зрелыми, это делает вас взрослыми. И я вот в этот сочельник, у меня телефон разрядился, и я это включил его заряжать, и взял Библию. Ну, я много в электронном виде читаю. Потому что что-то белки шрифт стал в Библии в последнее время. И когда много читаешь, чувствую, Библия все ближе и ближе. Вот так. И открываю Библию. А там оно у меня открывается на Исаии 3 главе. Слушайте, ну крутые мы же, да? Аминь. Я вот просто сейчас перед чем Исаию прочитать, что мне песня прям вспомнила, что я-то парень отсюда, да? Я парень с востока, я танцую жестоко. Аллилуйя. Аминь. Поэтому, знаете, приходят там пророчеством, проповедом, эти поднимутся, отсюда пойдут, отсюда не пойдут. Не пойдут, если не что-то с нашим сердцем и мыслями не станет. И вот смотрите, я уже Исаия 3 главу открыл. Ну давайте я чуть попозже открою. Значит, давайте мы посмотрим на взросление Моисея, его возвращение, когда он после встречи, переживания с кустом, да, горящим из куста, получил Слово Божье. И у него были там четыре судьбоносные встречи. И он, значит, в Исходе 4 главе, в третьей или четвертой, он можжевеловый куст, да, и он, значит, получает оттуда Слово, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Он переживает встречу с Богом. И вот, дорогие, мы, знаете, все-таки для себя как-то должны маленько определять вот этот какой-то определенный, ну, как бы порядок, который нам хочет открыть Бог для нас. Понимаете, с нами ничего не случится, если не будет встречи, понимаете. И вот этот пост, который вот у нас сейчас будет, я просто желаю, чтобы вы пережили встречу с Богом. Аминь. Почему? Потому что после этой встречи у него была встреча с собой. Но ты никогда не встретишься с собою. Странно, да? Но психологи меня понимают, да. Ты не встретишься никогда с настоящим собой, если ты не встретишься с Богом. Почему? Потому что даже психологически ты отождествляешься со своей душою, но ты не просто душа. И мы не просто дух. И мы не просто тело. И мы не можем, понимаете, как бы вот отдельно все эти функции вот вообще вот просто так рассматривать.
И вот, понимаете, после встречи с Богом, после встречи с Богом начинается, это как мы называем, поехали на энкаунтер с Богом. Да классно на энкаунтер с Богом, но есть энкаунтер с тобой, именно с самим собой. А как с тобой встретиться? А почему я говорю, что ты не встретишься с собой, если ты не встретишься с Богом? А потому что ты не знаешь, кто ты есть. Потому что когда ты Святое Писание открываешь, и ты, ау, я же, оказывается, сын царя, я дочь царя, я родился, понимаете, там, у меня наследство есть, если наследник Иисуса Христа, я благословлен, я исцелен, аминь. Ты скажешь, а где эта встреча была? А тогда, когда он говорит, слушай, я, говорит, хочу тебе дать задание, великое поручение, дойти до краев земли, как для нас, да? Но ты, говорит, не пойдешь до этого, если ты не перейдешь. То есть у него препятствие было. Я, говорит, я там хромой, я там заикаюсь. У меня зрение уже не то, короче. И зубов у меня уже нормальных нету, короче. Все вставные и так далее. И он как только не отпирался для того, чтобы не идти из пункта. А Господь пришел, говорит, народ вопиет. Народ вопиет. И говорит, я тебя избрал. Я тебя раньше избрал, тогда, когда тебе еще было 40 лет. Ну, конечно, он от рождения его избрал. Но в 40 лет он, понимаете, он увидел это видение. Мы можем допускать, что он знал. Почему? Потому что он пошел и убил египтянина, который угнетал еврея. Ему тогда 40 лет было. 40 лет это как бы, когда мне 40 лет было, я думал, я уже, мужик, аллилуйя. Сейчас как-то смотрю, да 40 лет, да что такое 40 лет? Да? Скажет, кому 60, 70 и 80 лет. Там мы вообще не начинали. Я просто смотрю на себя, я все готовился, потом оба-на. И все. А оказывается, а у Бога другое начало. И он, когда мы с вами пророческую активацию проводили, я вот много о Билли Хаммоне говорил, который пророческое служение открыл, считается родоначальник вообще. 87 лет бомбит по полной программе. И умирать не собирается. Еще и рассказывает. Видел, говорит, я одного человека, у которого все пророчества исполнились. И когда он, говорит, мне сказал, говорит, через 2 месяца умер. Ну, пророчества же все исполнились. Так какое у нас видение должно быть? Да у нас видение вечности должно быть. Аллилуйя. Тогда, когда самолеты разбиваются, а ты говоришь, а я не разобьюсь, потому что видение еще не исполнилось. Аминь. И вот, и он... А почему? Потому что он не видел, он не встретился с собой, кто он есть на самом деле. И когда в 40 лет он там убил египтянина, и он на 40 лет в пустыню убежал. Время забвения, время падения определенного такого было. Время, когда ты думаешь, ну чего же он так, ну надо было ему стоять, пробиваться и так далее. Подожди. Да он же был, понимаете, он, с одной стороны, это плюс, что он в царских чертогах рос. И он знал, что такое царское достоинство, чего бывает нам не хватает. А с другой стороны, это на самом деле так превознесло тебя, что ты, кажется, уже стал пупом земли. И Господь его на 40 лет в пустыню, на время забвения, так, что он понял, что он говорит, я ничего не могу, я ничего не делаю, я не это, не достоин и все остальное. И Господь его берет, и вот говорит, если я его сейчас еще сломаю, то тогда все, что он сделает, он никакую славу не возьмет себе. Потому что он будет знать, что все, что я сделал Божьей силой. И он ему показал. И знаете, когда разгневался на него Господь? Господь на него разгневался, когда он сказал, а пусть пойдет кто-нибудь другой. А это же, понимаете, это была смертельная обстановка. Мы же когда говорим, я говорю о 4 встречах. Первая встреча с Богом, вторая встреча с собой, что ты достоин, наконец-то, исполнить видение Божие. И третья встреча. И ты третью встречу не переживешь, если не будут у тебя 2 предыдущих встречи. Третья встреча с дьяволом. Ты приходишь к фараону и говоришь, что за дела? Ну-ка отпусти моего ребенка, отпусти мою семью, отпусти моих друзей. Иначе по зубам дам. Сейчас помолюсь Господу. Град, жабы, жуки и все остальные вещи, понимаете? Но ты никогда не предстанешь перед дьяволом.
Почему? Потому что ты не видишь поддержки. Ты не пережил встречу с Богом. Ты не пережил встречу с самим собой. Кто ты есть во Христе Иисусе? И только потом четвертая встреча с народом. Народ, который, знаете, а ты скажешь, а что встреча с народом? А народ, который, да что ты мне лапшу здесь вешаешь на уши? Ходишь здесь, Евангелие рассказываешь. И так, говорит, точно, еще с тобой, короче. И так здесь, пандемия, еще ты здесь, а ты знаешь свое призвание. Ты знаешь, что бы он ни говорил, и Бог не спрашивал. Он пошел и умер за тебя и меня, ты его вообще не просил. И говорит, да не нужен мне этот Бог. Ну да, лет через 5 потом скажешь. А может через 70, когда уже вообще поздно будет. Когда мог нормально послужить для Бога, а потом жалеть будешь. Что кусаться уже не так можешь. Ну я думаю, у Господа все вовремя. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, и вот эта встреча, и что-то с ним произошло. Это пришел тот человек, который, понимаете, уже не искал себе славы. Он как бы не дожил, а быть бы жил. 80 лет Моисею было. И вот я, почему Исаия 3 главу? Ну, во-первых, просто вот она открылась. Я с 1 по 5 стих прочитаю. Значит, вот Господь, Господь Саваоф. Отнимет у Иерусалима и Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое готовливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и отнимет. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим, юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможу. И вот здесь написано, что отниму у народа трость и посох. Это что-то надежное. Это не просто... как говорится, молодость, колеблемая ветром, понимаете? И будут править народом, ну, здесь написано, молодые. И вот я посмотрел, ну, местописание каждому этому слову есть, я не буду забивать. Найдете, в интернете бегаете. Трость. Тростник, травянистое растение с трубчатой оболочкой и мясистой сердцевиной, обильно растущее в низких местах у воды. Это нам не так важно. Слово «трость» в Библии также употребляется для обозначения посоха, палки, палочки песца. Помните, там трость твоя, как трость скорописца. Жезла, символа могущества и силы вообще, а также мера длины, равно примерно 3 метра, когда Иезекииль измерял храм. Нам очень важно трость иметь. Оно измеряет, что делать? Он говорит... Двор не измеряй, измерь только святое, святое святых. Это в Ветхом Завете было. Почему? А потому что святое, оно соединилось со святое святых после смерти Иисуса Христа, завеса разодралась. И нам важно мерить, где мы находимся, во дворе или во святое святых. Аминь. И когда это сравнивается с жезлом, то понимаете, сразу исход 14 глава вспоминается. Тот жезл, который где? Трость скорописца, с одной стороны тоже. Это же ведь наш язык, понимаете, это власть. А ну-ка, воды проблем расступили во имя Иисуса Христа. Псалом 109 написано о том, что, говорит, жезл силы твоей я простру Сион. Аллилуйя. А Сион это церковь. Сион это гора. Аллилуйя. Где духи праведников, где ангелы, понимаете? Аллилуйя. Вы, говорит, не просто пришли на Люксембург 15, да, или 17, да. Вы пришли сюда, вы пришли на гору Сион. Аллилуйя. Где ангелы? Какие ангелы? Тренировать зрение надо. Что, у нас зря, что ли? Светлана здесь. Вообще мы должны вообще видеть все. Через людей должны видеть, аллилуйя. Крылья должны видеть, все мы должны видеть. Если что, вон на прием и... По 1000 баксов, аллилуйя, чтобы зрение хорошее было. Аллилуйя. Частную клинику открывать надо. Аминь. Зрение направлять, аллилуйя. Угу. Аминь. Нормально? Просто я, наверное. Аллилуйя. Так вот. Затем Откровение 2 глава, где написано: побеждающему дам утреннюю звезду и жезл железный. Утренняя звезда. Бог хочет, чтобы мы с вами светили. Бог хочет, чтобы мы с вами засветились. Но это, понимаете, это уже другое. Совершенно другое, когда ты себя засветить хочешь, какой ты крутой. И сколько человек у тебя в церковь, аллилуйя, и как у тебя все растет. Нет, а засветить, чтобы народ видел тебя, знаете, видел тебя для того, чтобы принять тебя, а видеть тебя, видеть Иисуса Христа,
для того, чтобы жезл железный достиг их сердец, чтобы покорять вере все народы, как пишет апостол Павел. Потому что, когда ты достигнешь сердца людей, ты не будешь контролировать и манипулировать ими. Потому что ты другой, ты повзрослел, ты стал зрелым, ты не используешь людей для себя. Ты наоборот вкладываешься в людей, ты вытаскиваешь людей, ты благословляешь этим жезлом железным, железным посохом, дростью во имя Иисуса Христа. И, как всегда, 1 Царств, 3 глава, 1 стих, где написано о том, что отрок Самуил служил при Иле. И мне Господь несколько лет назад еще открыл, из-за того, что он был отрок. Видения были, поэтому даже и Светлана не поможет. Потому что как можно помочь? Помочь можно, когда в пустыне на 40 лет. Как дать и жену там нашел, не из церкви даже. Оба сразу. А что, можно? А что, можно было? Это исключение, дорогие. От того слово было редко в те дни, видение не часто. Вот такая беда. И когда мы, знаете, что здесь началось? Когда мы смотрим со второго стиха, и вот только со второго стиха, 1 Царств, 3 глава, началось обучение Божьему Слову. И я уже не читаю, история достаточно известная, если неизвестно, вы читаете, там написано, и он, после вот этого первого стиха, что видения были нечасты, слово было редко в тебе, зато все служили, дорогие. Чуть я не понял, а как служить? Слушайте, можно вообще без слова служить. Понимаете, можно в интернете зайти, проповедь любую взять. Так накатать, короче. А послания нету. Жизни нету. И вот они служили. И вот это обучение как началось? И он лежит, и вдруг Самуил, Самуил. И он подлетает. Почему? Потому что он привык быть при, понимаете? При. А еще бывает под. Понимаете? Под. И он бежит и говорит, скажи слово. Ты же как меня звал. А он где не звал тебя? Он пошел второй раз. Опять. И Самуил. Он опять побежал. Ну ты же звал меня. А Илия говорит, да не звал я тебя. И тут въехать не может. Тут въехать не может, он тоже школу не заканчивал. Он же не пророк, он священник просто. Он понять не может ничего. И третий раз прибегает к нему, потому что Самуил. Он третий раз к нему прибегает и до Илии доходит. Слушай, говорит, а может, говорит, это Бог разговаривает? А что, Бог может разговаривать, что ли? А что в церквях? Вы думаете, это вот так все? О, Бог разговаривает. Он ячейку вел в Абакане, как-то вспоминал. Там лет 15, по-моему, одна женщина приходила ко мне на домашнюю группу. Не буду говорить, какая церковь, потому что вопрос не церкви. В разных церквях разные люди. Возьми хоть католиков, хоть православных, хоть это. Везде есть плохие, везде есть хорошие, но везде есть люди Евангелия. С евангельским духом. Так вот, она там умничала на этих ячейках несколько месяцев, а потом я как-то иду там с библейской школы, она меня догоняет по пути на домашнюю группу. Ярослав, говорит, я тебе вот сознаюсь, ну, видать, доверие какое-то обрел я, лимит какой-то, кредит доверия. А я еще, ну, что там, я сам-то Бога-то сильно не слышал. Я вот не так давно-то слышать начал, как нагрешусь, начинаю каяться, чувствую, прощаю. Вот так мой путь начался слышание голоса. Прямо конкретно чувствовал. Уверенный все такой. Он мне к пастору пришел там. Я говорю, что они из себя представляют? Что, говорю, друзья понять не могут. Жена там что-то не прощает. Это. А я чувствую, Бог-то прощает. Ничего себе дома. Пока до времени. Вот. И она говорит, а я же, говорит, вообще ни разу не слышала голос Божий. Я думаю, вот это да.
Вот так бывает. Поэтому это мы должны ревновать. И мы как, конечно, мы сейчас поговорим с вами. Поговорим. Это как мы тоже конгресс проходил, Генри Мадава приезжал. И он сказал, есть не просто молитва в церкви, а в церкви должна быть стратегия молитвенная. Это не просто пришел в пятницу, а стратегия. Это целая стратегия. Утро, вечер, ночная молитва, там что такое, еще какая-то молитва, перед церковью молитва или в конце, там, на домашних группах и так далее. Зависит от того, как ну, на данный момент. Это целая стратегия. И так в любом служении. Поэтому, дорогие, мы перед постом, я там еще напишу в лидерское, мы должны с вами взять, ну, как бы сказать, быть чувствительными в посте для того, чтобы получить видение. Видение. Поэтому драгоценные лидеры, аллилуйя. Так понимаю, в нашей церкви все лидеры, аллилуйя. Я хочу, чтобы вы написали три пункта. Первое, что вы уже имеете в вашем служении. Второе. Что вы желаете, или Бог вам показал? И третье. Привязка к реальным срокам. Как есть короткие и длинные деньги. Короткие. На этот год. А мы же с вами коммунизм строили. Пятилетками. Потому что я знаю, что некоторые вещи, они не исполнятся и за год, за два. Распиши. Лучше на 10 лет распиши. Но, когда ты на 10 лет расписал, то есть подходные цели за неделю, за месяц. Если этого не будет, то не будет и через 10 лет. Это будет, знаете что? Есть мечты, которые никогда не исполняются. Фантазия. А мы говорим о видении. Понимаете? А, ну да. И о чем я говорил-то? О слове. Которые редко было в те дни. И видения были нечасто. Да. Видения были нечасто. Так вот, смотрите. И когда Илия третий раз понял, говорит, иди, это Бог говорит. И когда, говорит, он к тебе придет, позовет тебя, ты скажи, я потом прочитаю ему, говори, Господи, слышит раб твой, дорогие. Мы должны прийти к этому, слышать раб твой. А я думаю, что упустил? Сейчас просто верю, Дух Святой подсказывает. Но Генри Мадава, когда приезжал, и он сказал, пастор, говорит, да не верьте, что дома люди молятся. Вот они говорят, что они молятся. А еще и молятся по-разному. Проще вот это поставить. И все, он, наверное, молится. Он просто поставил и пошел. Также не верьте, что пастырь за вас молится. А я почему должен доверять, молится он или не молится? А вдруг он не молится? Вдруг он устал, просто вот так вырубился и все. А мы думаем, что пастор молится. Горящий пастор. Он молится за вас. Судя по вам, что-то плохо он о вас молится. Дорогие. Нет, я хочу. Но я, дорогие, я просто, понимаете, мы призваны, каждый из нас слышит голос Божий. И вот тогда с четвертого раза началось, понимаете, обучение голосу Божьему. И вы понимаете, если как бы, вот так посмотреть, вот смотрите, мы, к примеру, приходим, вот цитируем, пустыня, Луки 4 глава. Посмотри, Иисус, написано. Подожди, а сатана что говорил? Сатана тоже говорил, написано. И он же из Библии слова говорил. Поэтому, понимаете, и ходят верующие, духовные шизофреники такие, понимаете? Они говорят, ну вот написано же вот так. А пастор говорит, так нет, а для вас-то вот это написано. А нет, это нет. Так ты определись, понимаете, потому что и там написано, и там написано. И то, что ты Библию наизусть выучил или знаешь, или что-то, это еще ничего не говорит. Если в этом нет у тебя жизни с Богом, близости с Духом Святым, потому что сделал Иисус Христос? Приходит дьявол и говорит, написано вот так, ты должен вот так сделать.
А его кто в пустыню повел? Написано, Дух Святой повел его в пустыню. Для встречи с кем? С дьяволом. Потому что до этого у него была встреча с Богом. И он жил с Богом. И он пошел с дьяволом. Для чего? Для того, чтобы вот в этих, даже в местописаниях, вот это сегодня не для этого времени, а вот это для этого времени. И о чем говорится? Поэтому мы говорим о чувствовании духовном, о близости с Господом, о сверхъестественных школах, понимаете? В которых мы должны учить людей слышать голос Божий. И, Исайя 33:21, мне нравится этот стих. Там у нас великий Господь. Будет вместо рек, вместо широких каналов, туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. И вы понимаете, это местописание для меня, что, как вот говорится, понимаете, широки врата не туда, а узкие врата в жизнь вечную. И вот понимаете, говорит, и вот именно в присутствии Господа туда не войдет. Ты понимаешь, ты колхозом не въедешь туда. Колхоз не входит. И совхоз не входит. И он говорит, никакой корабль, даже весельная шлюпка не входит. Почему? Потому что Дух Святой, он хочет чувствовать тебя, чувствовать твое тело. Понимаете? Он хочет, чтобы ты не было вот этих, как бы сказать, ну не знаю, как это назвать. Ну пусть прокладок вот этих между Богом и нами. Вот этих бортов от наших лодок, понимаете? Чтобы если мы окунулись, то Дух Святой чувствовал нас, а мы чувствовали Его как снаружи, так и изнутри. Вот эту близость, понимаете? Аллилуйя! Никакого посредничества, ни кораблей, ни лодок, ни парусов, ни весел. Только живое прикосновение. Нет никаких покрывал, я имею в виду масок, понимаете? И здесь никакие служения не помогут. Ни большие, ни малые. Только личное общение, соприкосновение с Господом. Аминь. Аминь. Я посмотрел, как бы сказать, бывает на людей. Одни в больших церквях, а толку мало. Другие в маленьких, а бывает толку много. И наоборот бывает. Только личное общение, соприкосновение с Господом. И бывают времена, когда Бог оставляет тебя один на один. И когда мы с вами в прошлый раз говорили, есть тайная комната. Тайную комнату я всегда ношу с собой. Я могу слушать Господа, даже когда с вами разговариваю. Но есть уединение. Тогда, когда Господь хочет, чтобы полностью, просто, чтобы никто перед тобой не мелькал. Никто не мелькал. Аллилуйя. Иди, мы за тебя помолимся. Аминь, кто сказал. Аминь. Аллилуйя. Ты в центре? Ты временно в центре. Аллилуйя. А что, если мы скажем, что ты поведешь центр? Аминь. Ты же центровой парень. Нет. Аллилуйя. Ну что, без Бога, что ли? Да Бог даже во сне не видел, чтобы человек без него жил. Он даже не представлял, что мы можем жить без него. И он говорит, как вы без меня живете? Он книгу Левии прочитаешь, там говорит, уже, не знаю, били. Уже, говорит, даже бить перестали. Я тоже, когда центры мы открыли, я думаю, сейчас пойду и напугаю, что они могут в ад уйти. Ну, наркоманы. А барабан, ничего не бояться, не надо, ни дьявол, никого, пруд по полной программе. Я думал, как это Иуда пишет, там, одних страхом спасайте. Я там их пугал, там это, барабан. Что с алкоголиком, без разницы, потом алкоголики бывшие, не переживайте, аллилуйя, Бог вас тоже любит. Аминь. И аллилуйя, Бог что-то имеет. Большое, сильное, потому что у него малого ничего нет. Аллилуйя. Поэтому никуда не торопись. Никуда не торопись, потому что то слово, которое ты слышишь, как в псалме,
118 написано, слово есть светильник на ноге моей. Это значит, покуда свет не воссияет, это точно так же, как Самуил. Пока не услышишь голос Господа, его отмашку, не делай никаких шагов, оставайся на том месте, на котором стоишь. Потому что Бог будет вооружать и снаряжать тебя, аллилуйя. И твоя скромность в отношении надежды, аллилуйя, это благословение. Потому что многие, бывают, кричат сразу, я апостол, я там пророк, я призван на это. И как Господь сказал Соломону, из-за того, что ты этого не просил, я дам это тебе. Будь благословен. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Ну и вот. 1 Царств, 3 глава, и там со 2 по 21 стих, началась школа близости и пророческая школа у Самуила с Богом. И как вы меня внимательно, если слушаете, внимательно слушайте, то там было, он с четвертого раза только сказал, говори, Господи, слышит раб твой, и то, дабы был наставник, и дай Бог нам иметь таких наставников. Аллилуйя. И наставник был, дай Бог вам таких наставников. Представьте себе, ему Бог Самуилу, когда начал с ним разговаривать, открывает, что, говорит, я накажу эту семью, потому что, говорит, он позволяет детям своим участвовать в священнодействии, а они из этого священнодействия, они для них это карьера на Божьем помазании. Они просто для себя имеют, они строят себя, они забирают всю славу. И они угнетают народ, не было никакой любви. Они брали все эти жертвы, и которые должны были идти на жертвенник, они просто в наглую даже при народе, не стесняясь, делали с ними, что хотели, понимаете? Жарили, парили, ели, и не стеснялись народ, понимаете? И Илия говорит, Илия это понял, он говорит, слушай, ты разговаривал с Господом, скажи мне, что открыл тебе Господь? Тут начал смущаться, и тут ему сказал, скажи правду. И он ему сказал правду. Когда кто-то правду слышит, какая реакция? А если правду слышит тот, который начальник, то, скорее всего, таких людей не будет ни на твоем предприятии, ни в церкви и так далее. И он сказал, да будет на всю воля Господу. И продолжал служить Самуилу. И достойно, мне очень нравится этот священник Илия. И он достойно принял то, что пришло от Господа в его семью. Как он переживал. Он так любил Господа. Он так переживал за ковчег славы, который был захвачен. А почему? А потому что была трость и посох оторваны от Израиля. А кто такие трости и посох? 3 глава мы читали с вами. Старец, знатный, искусный в слове, пророк. И когда здесь он с четвертого раза говорит, Господи, ибо слышит раб твой. Вот теперь он слышит Бога, а не просто человека. И что интересно, я так для себя взял, говорю, Господи, подождите. Я говорю, может быть, ты хочешь 4 блока обучения вот этой школы? Я просто записал вопрос. И мне Господь в рот открыл все, что собиралось за эти годы. То, что я говорил здесь. Мы в 16 году здесь провозглашали апостольский центр. Признаки апостольского центра. 4 столба. 4 блока. Первое. Откровение. Второе. Передача этого откровения. Третье. Демонстрация.
И четвертое – активация. О чем я с вами говорю? Можно всю жизнь слышать и слышать Слово Божье. Можно по 100 раз ездить на на энкаунтер или ходить в библейские школы и так далее. И так ничего и не сделал. Когда смотришь сегодня, все умные, все такие обучены. А в служении сколько людей? Или мы тоже, в свою очередь, прям дары Духа Святого как бы услышали, а демонстрации не увидели особой. И все готовимся, готовимся. Слово Божие на первом месте. А демонстрация Слова Божия на каком? Проходит жизнь. Пророчествовать не научились. На улицах возлагать руки на больных стесняемся. Я помню, когда думаю, Господи, вот я хочу учителем в церкви быть. Потому что я не евангелист, что-то я стесняюсь. К людям выходить. И вот я просто их буду учить, как на евангелизацию выходить. А у них там помазание, призвание и так далее. И нам, как в библейской школе, как дали раз в месяц. Да еще чтобы с записью по квартирам. И мы, тук-тук-тук-тук, у меня друг вот здесь в мире. И он говорит, как вам открывали? Я бы, говорит, не открыл. Не только открывали, еще и чай открывали. Ну, кто-то посылал. И мы, ради Господа, аллилуйя. За то, сколько их спасли, сколько Евангелия услышали. И вот, знаете, дело в том, что ты же не только учишься. Ты должен передать это учение, плюс помазание. Ведь не просто так о возложении рук написано. Аллилуйя. Но для того, чтобы это было получено, ты должен продемонстрировать то, чему ты учишь. А бывает, на этом заканчивается. Вот это демонстрация. Мы будем опять целый год ждать этого пророка. А почему пророк не активировал? Для того, чтобы в течение года самим не пророчествовать или самим не исцелять людей. А? И вот про пророка Елисея Самуила говорят, там, помните, там похороны были, несли это, покойник, а там война была, напугались, и что-то как-то он не в гроб улетел, этот покойник. Из гроба, хоп, живой выходит, коснулся кости Елисея. И многие проповедники говорят, а почему? А потому что, говорит, помазание не передал, оно в костях осталось. Как много остается в костях. Такое, и такое, а вот эту фишечку я не открою. Вот это я не передам. Это я апостол. Больше не хочу других апостолов видеть. Или я учитель, а других учителей не-не-не-не-не. Да не проблема. Нам все откроют заводчи. На протяжении многих лет подготовка к служению в основном заключалась в преподавании учения, а не в том, чтобы показать верующим на практике, как надо служить. И вот цель апостольского служения, апостольского центра в том, чтобы верующие могли служить. Бесполезно проповедовать и учить, если нет демонстрации и нет активации. Мы когда проводили учебно-тренинговый центр один в Геленджике, и там пастор, кореец, у него реально такие свидетельства исцеления, ну, есть на что посмотреть. И вот, понимаете, и когда мы его пригласили, то есть, ну, он учил об этом, он демонстрировал этим, мы говорим, научи нас делать, а он понять не может, что от него хотят. А у него по старинке, садись на стол, вытягиваем руки, вытягиваем ноги и работаем. И внутренние органы, и все, и такое. И понимаете, в конечном итоге, там уже пастор у нас один, там с Москвы вот так стул поставил. Давай, учи. А до этого он опять на 40 минут проповедь на этом. Это мы можем. И он, учи. И потом мы начали тренироваться. Цель Бога была, вот сейчас смотрите, очень важная вещь.
Когда он к фараону пришел, он сказал: отпусти народ мой на 3 дня служения. И он не просто лукавил. 3 дня. 3 дня. Смерть, погребение, воскресение. Если на самом деле, чтобы служение состоялось, мы с вами, чтобы состояться служителем, мы, если ты не пережил смерть, ты переживешь смерть. Если ты не пережил погребение, забвение, ты обязательно переживешь, если ты хочешь состояться реальным служителем перед Богом. Воскресенье нет без смерти. Раз. И второй момент. Мы всегда почему-то проповедуем о вхождении в обетованную землю. Но цель номер один была не обетованная земля. Цель номер один. Господь сказал ему: и ты приведешь мой народ на гору, где пережил встречу со мною. Ищите горню, бегите в горы, на горе Синай. И когда мы там видим, там же не просто Дух Святой нас ведет на злачной пажите Слова Божьего. Не может это быть отделено, понимаете? И он его туда привел, и там, когда справляем Пятидесятницу и Троицу, мы также справляем и вручение Богом 10 заповедей, Торы, закона, понимаете, народу Божьему. Но там они взяли только Тору, они взяли только Конституцию, взяли 10 заповедей, а гробы молнии, они напугались. И по числу поколений, там 12 колен было, только через 1200 лет они пришли в Деяния, во вторую главу, где пережили Пятидесятницу, которую должны были пережить на горе Синай с Моисеем. Жизнь, огонь! На своих головах, на людях. Великое поручение во имя Иисуса Христа. Потому что там, на горе, он сказал: вы подниметесь, и вы будете царственным священством для всех народов. Не в смысле для того, чтобы быть выше, а в смысле того, что только цари и священники, царственное священство, могут исполнить великое поручение и донести его до краев земли. Потому что Пятидесятница говорит: и вы примете силу для того, чтобы стать свидетелем в Иерусалиме, в Самаре и до краев земли. И они это упустили. Итак, подхожу к концу. Вот как раз я говорил на дне рождения. Значит, епископ Сергей высвобождает слово Кубасов и говорит: проекты, которые будут опережать время. Я хочу, чтобы вы приняли это. Я хочу, чтобы в этом посте вы приняли проекты, опережающие время. Твоего района, твоего региона, аллилуйя. Потому что если мы стоим, это так же, как в политике и там, во всех этих структурах. Если ты просто стоишь, ты не стоишь, ты уходишь назад. Если ты не бежишь вперед, значит, ты откатываешься назад. И когда он сказал о проектах, опережающих время, и мне сразу щелкнуло: апостольский центр. 4 блока. Я сразу понял, что это такое, что здесь мы не сделали. Это библейская школа, это основание. Слава Богу, что вы сейчас обновляетесь, учитесь. Второй момент. Это сверхъестественная, пророческая школа, чтобы слышать голос Божий. Третье. Это демонстрация учителями то, чему они учат. И четвертое, активировать людей, чтобы они стали такими же, как их учителя. Иначе будем учиться до пришествия Иисуса Христа. Будем ходить из одной школы в другую школу, а потом закончим одну школу и пойдем в другую. Я уже академию закончил, и у меня, я не знаю, у меня уже 3 высших образования, не считая политехнического образования, которое было в самом начале. Но кто мне дал жизнь изначально, когда я получил в 92-м году, в 3-й мы поехали, это просто старт дали. Я тогда получил, Господи, а я хочу быть пастором. Я не знаю, как будет. И как тебя зовут? Женя?
Евгений, надеюсь ли? Надеюсь, я говорю, Господи, Господи. Думаю, ну если так, а так-то нет, готов полы мыть и так далее. Но вот как бы вот как бы вот это. Дорогие, а тут Савка, когда начали заниматься, ну, и мы знаем, я как-то написал, конференция была, а у них, ну, реально, статус меня рукоположили в апостол. Я помню, мы написали конференцию, там мне уже один написал, вот, ты уже апостолом стал. А я скажу, знаете, если мы не будем использовать их и номинований, то мы и этого стесняться будем. Поэтому Павел пришел, и там просто возмутились, да какой ты апостол, короче. И он, знаете, что сказал? Он же говорит, для них я не апостол. Но для вас я апостол. И конец его служения, которое описали в Библии. Там он только Марк служил. Еще там некоторые приходили. Увидеть себя, встретиться с Богом, встретиться с собой, встретиться с дьяволом и встретиться с народом. Первое. Да, библейская школа. Второе. У нас должна быть здесь сверхъестественная школа. Третье. У нас должен быть здесь апостольский центр, который после школы и в школе делает демонстрацию движения Бога и активирует людей для того, чтобы они пошли и сделали школу. Они еще раз пошли учиться. Второе. Научили людей слышать голос Божий, демонстрировать, активировать. И потом на новых местах открывать, учить, слышать голос Божий. Потому что, знаете, как мне пастор сказал, да бесполезно говорить о пожертвованиях, о посвящении и обо всем, о характере и так далее, если люди... Они не с Богом, они не слышат голос Божий. Бесполезно. Потому что для тебя, когда пожертвование скажет, а, опять, обирает, слушай, ты чувствуешь, что обирает, так не давай. Вот я тебе разрешаю. Не давай. Даже не разрешай, ты сам не даешь. Но когда ты чувствуешь голос Божий, даже если он через человека, то ты выйдешь и скажешь, и ты выйдешь и скажешь, Господи, что за дела? Ты не пастору Алексею или не Косте предъявишь. Ты скажешь, Господи, ну ты что? Взял, сказал, пол зарплаты отдать. Ну что я? Я же смотрю, сколько Наталья дает. Она в этот раз вообще не дала. А что тебе до нее? А смотрим, выклад совершенно другой. Все, дорогие, я получил еще одно слово. Слово от Господа получил. Не ждите пробуждения. Делайте пробуждение. Аминь. Давайте встанем.